Это наш якут. Настоящий коренной украинец. Подразделения бригады «Призрак» регулярно проводят патрулирование прифронтовых районов. Отдельные улицы в некоторых населенных пунктах стали совершенно нежилыми в результате обстрелов украинской армией. Особенно важно регулярно проверять именно эти районы. Цель патрулирования – пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп украинской армии. Газировка. Сиропом. Эх, это пивка потом, да, холодненького? Слушай, как тут живется? Как тут живется? Да, так, кто там у нас, 4 домика то осталось. Там. Жилых, да? Вот там, да. И ты, та на костылях ходит. То есть одни старики, да? Одни старики. И я вот ногами еле дошел сюда. Вот. Ну, что? Ну, что, сидишь ты, га-га. Бегом телевизор выключил, сижу, у-у-у. Тоже светомаскируйте, да, на всякий случай? Да ну конечно, ну хорошо, там возле балки тут. По воду пришел, я там штук 3 на мины, не знаю. Чьи мины, что я хлясываю. Я под стенку сел. Понятно. Я так, ну, под страхом живем. Спасибо большое, да? Спасибо вам. Счастливо вам все.